работать активно. Начать уже пару атак пытались они провести по флангам. Ну, понятное дело, что свежая Калуга, которая пропускала на шестой тур. Вот это удар у нас сейчас будет. Поле, и тогда очень напряженная игра, катившаяся к счету 0-0. Передача сейчас просто по времени этого матча. Такой забегание, ну что, офсайд, ребята. Thank you.
Брайтон. Свобода остается. И удар. Выиграл не на воздухе, давал возможности, но, увы. И судья дает финальный свистали. Ждали мы, что наша команда все-таки сумеет сегодня победить. Но это футбол, получается, всякое. Этот тур в первенстве России будет отмечен как раз массовыми потерями очков именно лидеров. Никто далеко от нас не убежал. Единственное, что, конечно, мы могли бы сейчас кого-то опередить, кого-то догнать. Но сезон еще нашим парням удачи в следующих матчах и особенно в игре 6 сентября в Брянске с Динамо. Да, согласен полностью. Поздравляем Дружан.